пейзаж. Летний, приятный, солнечный день. Поле, мельница, облака. Все радостное и приятное. Мы берем картон, загрунтованный акрилом. Акриловые краски, желтый, голубая ФЦ, кармин, красный, белый. И я намечаю, где будет мельница, первый план, второй план. И начинаю с неба. Кисточка у меня синтетика плоская. Рисую мазочками. Сначала у меня подмалевок. Я аккуратненько смешиваю синий с карминчиком, с красным. Получается такой фиолетовый цвет. И теперь я еще нарисовала водичку, река. Река протекает, кусочек реки. И потом усилим небо. Как раз мы были на этюдах в Пушкинских горах. Вдохновились полями, лугами, видами. Рисовали этюды. И вот в домашних условиях я решила с вами нарисовать эти же поля, мельницу в таких цветах, ярких, солнечных, чтобы было радостно, с настроением. И намешиваю разные цвета, оттенки светлые. И рисую поля, дальние, передние. Добавляю немножко туда кармина в желтый. Получается оранжеватые оттенки. И вот так я покрываю плановые план на картине. Задний план, передний план, деревья за мельницей. И вот так вот покрываю по частям. Холмистость. Там в Пушкинских горах очень много таких холмов, возвышенностей. Поэтому приятно рассматривать дали, пространство. И вот поэтому они имеют каждый свой цвет, тональность. Поэтому поля с пшеницей более оранжевые, далее с травкой с молодой более желтовато-зеленоватые, деревья зелено-желтые, где-то они холодные. Ну, покрываем мазочками аккуратненько, мазок за мазочком, и на переднем плане вообще у меня такое фиолетово-карминовое, зеленоватое, желтоватое. В общем, передний план у меня темный. И вот так вот подмалевок делается. Потом он подсыхает. И уже я опять начинаю рисовать небо. Там я начну и облака рисовать беленькие. Ну, смешаю с красненьким, получается розовые облака, чтобы они были теплые. Сейчас намечаю мельницу по форме. Смотрю, ну там мельница, которая молит муку. И она дополняет пейзаж. Ну, конечно, вот облака. Облака, тучки. Небо я делаю темнее чуть-чуть сверху. Вот, а ближе к горизонту оно будет светлое. И вот так мазочками получается композиция.
Поле светлое возле мельницы. Покрываем. Покрываю также мазочками или какими-то штришками. Мазочки боковой частью кисточки. Получаются травинки, колоски светлые, темные. И настроение получается светлое. Цвета очень яркие я взяла, радостные. И поэтому такая картина получается немножко неприземленная, немножко радостная, светлая, пастельная. Уточняю по форме мельницу, холодный свет делаю, холодный тень, конечно, тень холодный, свет теплый, так как мельница повернута к солнышку, поэтому светлая часть тепленькая, вот туда немножко красноватые, желтоватые оттенки, вот, а тень, конечно же, холодная. Уточняю по форме и самая центральная часть, это, конечно, мельница, поэтому должна выделяться. Ну, вокруг нее мы делаем светлые мазочки. И вот так продолжаем вдохновляться. Цветочки на переднем плане, конечно, это дает сентиментальность и радость. Какие-то
Иван-чай там, и синие сучки, и желтые, колосочки, лепесточки. И вот прорисовываем передний план. Еще уточняем, добавляем светлых пятнышек перед водичкой. Водичка темнее, чем травинки. И поправляем, где можно еще добавить каких-то оттенков, цветов, уточнить, рассмотреть подробнее. Травинки, колосинки. Рисуем. Продолжаем радоваться природе. Ну вот еще облачков немножко. И смотрим, как у нас получилось. Хорошо, радостно. Повторяйте, у вас все получится.